Итак, друзья мои, еще один сохран, но его должен читать тот человек, который там находится. Или если вы боитесь чего-то, если какая-то разборка идет, если какое-то нападение, и у вас есть время эти слова произносить, если вы видите какую-то драку, произнести издалека, чтобы беда не случилась, или заранее говорить, когда вы чувствуете, что очень может быть, что какое-то нападение в дороге или где-либо еще. Здесь приводится атрибут религии. Почему? Потому что существует в заговорной магии такое понятие, как сюрреальность. То есть создается параллельная реальность, и она перемещается в нашу реальность, в нашу жизнь. Если вам интересно, можете открыть, посмотреть ключ, замок, язык. Я там рассказываю, как создается заговор, почему так, а не по-другому, и много чего еще. Там более подробно, и заодно вы немного поймете, как это все происходит. Когда человек, глядя на опасность, начитывает, знаете, почему человек, когда что-то плохое слышит, говорит: нет, не может быть, не верю, нет такого. То есть он закрывает, он некий замок создает для своего разума. Чтобы не сойти с ума, он запрещает своему разуму верить, что это правда, до того момента, пока разум адаптируется, почувствует, поймет, примет эту новость, и тогда уже будет легче. То же самое здесь. Вы ставите запрет на неком таком ментальном уровне, запрет. То есть вы переделываете все то, что видите, в нечто доброе, в нечто мирное. Например, в церковную службу. Да, ничего же такого нету там. Все хорошо, все живы, что-то поют, что-то там воск горит, свечи имеется в виду, значит, ладан наполняет ароматом помещений и так далее. То есть нечто мирное, какое-то мирное событие заменяется вот стрельбе и страху смерти и все прочее. Смотрите, нужно каждое утро дайте своим детям, пусть перепишут и с собой носят. Нужно каждое утро начитывать себе. Или когда они оказались, или когда они перед заданием, выходя туда, начитывать себе вот этот заговор. Начитайте желательно 3 раза. Но если человек оказывается в окружении вдруг, мало ли всякое бывает, или есть опасность некая, глядя по сторонам, шепотом это сказать, и эта опасность минует. Вот это страшное нечто, что происходит вокруг, переделается в какое-то мирное мероприятие, событие. Это очень помогает, и это издревле было известно. Итак, вот отдельно весь заговор начитывается. Это не стрелец с ружьем, а поп с требником. Он идет не стрелять, а молитву давать. Это не танк едет, а дьяк на коне погоняет. Он не будет стрелять, он псалмы будет читать. Это не смертоносная птица летит, это голубь мира летит. Он не станет взрываться, он землей, матушкой, станет целоваться. Это не оружие на нас направлены, это кадилы, церкви расставлены. Это не стрелки идут, это попы службу несут. Они идут не стрелять, они идут молитву давать. Истинно так. Видите, как все переделано? Самое страшное переделано в мирное. И тем самым обезоруживается человек. Это очень древний метод, но я, естественно, приспособила к нашему времени и создала на основе таких же знаний свою работу, которую вам дарю.
Это не стрелец с ружьем, а поп с требником. Он идет не стрелять, а молитву давать. Это не танк едет, а диак на коне погоняет. Он не будет стрелять, он псалмы будет читать. Это не смертоносная птица летит, это голубь мира летит. Он не станет взрываться, он с землей матушкой станет целоваться. Это не оружие на нас направлены, это как кадилы в церкви расставлены. Это не стрелки идут, это попы службу несут. Они идут не стрелять, они идут молитву давать. Истина. Перепишите это, дайте своим детям. В таких окраинных регионах живущие люди. Пусть они читают. Читают перед тем, как пойдут в школу. Перед тем, как выйдут гулять. Чтобы вы знали, что все будет хорошо. И все то, что смертоносное, несет смерть, переделается, переставится. И вот этот заговор, и эти духи, все это поменяют в нечто мирное. Это не стрелки идут стрелять, это папы идут молитву давать. Вдумайтесь, какой глубокий смысл. Заставляйте. Как действует заговор? Я вам немного объясню. Вы, начитывая этот заговор, вы знаете, вы не видите, вот как в фильмах волшебных, там махнул рукой, и вот какое-то что-то такое, нечто, какой-то золотой порошок или пыль такой, пыль летит, или там сверкающее нечто такое, какая-то энергия, луч летит и вот выполняет. Это дословно, это слишком наглядно показано, как происходит. На самом деле, можно сказать, так же происходит, только на ментальном уровне, на потустороннем уровне. Вы этими словами воздействуете на разум того, кто пришел не с хорошим делом. Его разум переделывается. Ему как мешают, ему как по руке дают, понимаете? Потому что ты идешь с миром. И ты говоришь, я знаю, ты не пришел убивать, ты пришел молитву давать. И хочешь, не хочешь, его разум это воспринимает, он не может, трогнет рука, не прицелится, не получится. И это спасет. Если есть шанс спасти себя, детей, родных, близких, любой шанс надо использовать. Надо все шансы воедино собрать и использовать. Вот еще один заговор. Давайте снова прочитаю. Это не стрелец с ружьем, а поп с требником. Он идет не стрелять, а молитву давать. Это не танк едет, а дьяк на коне погоняет. Он не будет стрелять, он псалмы будет читать. Это не смертоносная птица летит, это голубь мира летит. Он не станет взрываться, он землей матушкой станет целоваться. Это не оружие на нас направлены. Это кадилы в церкви расставлены. Это не стрелки идут, это попы службу несут. Они идут не стрелять, они идут молитву давать. Истина. Это не стрелец с ружьем, это поп с требником. Он идет не стрелять, а молитву давать. Это не танк едет, а дьяк на коне погоняет. Он не будет стрелять, он псалмы будет читать. Это не смертоносная птица летит, это голубь мира летит. Он не станет взрываться, он землей матушкой станет целоваться. Это не оружие на нас направлены, это кадилы в церкви расставлены. Это не стрелки идут, а попы службу несут. Они идут не стрелять, они идут молитву давать. Истинно. Желаю нам всем терпения, силы. И напомню вам поговорку «Бейся, где стоишь». Пусть каждый из нас делает все для того, чтобы спасти, помочь и вернуть живыми, здоровыми людей и тем, кто живет на этой зоне действий, тоже поможет живым, здоровым остаться. Я помогаю своим ремеслом и своими возможностями в том числе. Пусть каждый помогает по-своему, как может. И тогда у нас будет совесть чиста. И будет что отвечать после этой жизни.
Всем удачи. Останьтесь живые, доживайте свой век, оставьте после себя доброе имя.